Происшествие. В микрорайоне Вербовский столкнулись два автомобиля. Авария произошла накануне в 16:15 на 83-м километре автодороги Касимов-Муром-Нижний Новгород. Выезд с микрорайона Вербовский в сторону Милинок. На нерегулируемом перекрестке 62-летний водитель машины «Лада Гранта», выезжая с улицы Миленковской, столкнулся с «Ладой Калиной», которая ехала по главной дороге. Пострадала женщина 1978 года рождения, водитель автомобиля «Лада Калина». С ушибом грудной клетки ее направили на амбулаторное лечение.